Сотрудники МЧС подводят итоги новогодних каникул. В праздничную неделю спасателям было не до отдыха. 30 и 31 января в Иванове в результате неосторожного обращения с пиротехникой ожоги рук получили двое несовершеннолетних. Всего в первую неделю года на территории Ивановской области произошло 35 пожаров, в которых один человек пострадал, двое погибли. Одна из трагедий произошла в ночь с 31 на 1. В новогоднюю ночь произошел пожар на улице Короткого. Сообщение поступило около часа ночи. В ходе тушения был обнаружен труп мужчины. Личность до настоящего времени не установлена. Причиной пожара предварительно является курение в нетрезвом виде.